нам пришел перебежчик. Он русский. Сканирование включено. Давай. Ваше имя? Меня зовут Василий Орлов. Ничего, у нас в базе его нет. Сегодня в Нью-Йорк прибывает русский агент, чтобы убить президента. Программа К-12. К-12? Это миф. Судя по детектору, он не врет. Пыль в глаза пускает. Закругляйся, Эд. Не хотите узнать имя агента? Очень интересно. Но мой рабочий день закончен. Агента зовут Эвелин Солт. Меня зовут Эвелин Солт. Значит, вы русская шпионка. Куда она идет? Что ты делаешь, шеф? Что ты делаешь? Остановись. Я не шпионка. На землю! Я невиновна. Кто-то меня подставил. Стой! А может, Солт та, за кого себя выдает? Предположение это по вашей чести. Мое дело ее поймать и все выяснить. Брось пушку! Солт.